Сама работа с Chanel была для меня открытием, потому что фландерский бувье порода довольно редкая, и, скажем так, как с ней работать тоже, когда начинаешь работать с новой породой, тоже немножко как с ней работать. Я начал узнавать характер данной породы, и, конечно, если честно, Chanel меня поразила, потому что я считал, что той породой, которой я занимаюсь всю свою жизнь, это шнауцер, она для меня истинная, она для меня, скажем так, самая лучшая, самая подходящая, но когда я начал работать с Chanel, я понял, что у породы шнауцер есть просто конкурент прямой, подходит идеально и для дома, и для работы, и для семьи на самом деле. Это настолько удобно, настолько круто, потому что она умеет думать, она имеет свое «я», и это настолько интересно. И каждую какую-то выставку, каждое какое-то занятие мы постоянно друг друга все больше и больше понимали, все больше находили контакт, и при этом она смотрела на меня, я смотрел на нее и чувствовал, что связь, скажем так, укрепляется, но при этом я вижу, что собака очень думает и с душой относится к тому, что я ей предлагаю и какую работу я ей предлагаю.